До Нового года осталось меньше 3 недель. Самое время позаботиться о предстоящих тратах. Порадовать себя и близких, и при этом не считать каждую копейку, поможет Восточный банк. 12 и 13 декабря в офисах Восточного банка можно оформить до 300 тысяч рублей с праздничной ставкой 9,9% годовых. В эти дни можно успеть нам даже после работы. Двери офисов будут открыты до последнего клиента. С волшебными условиями Восточного банка каждый может почувствовать себя Дедом Морозом. Ведь под елку можно положить абсолютно любой подарок, отметили специалисты банка. Средства можно расходовать на любые цели. Украшения, гаджеты, бытовая техника и даже поездка в отпуск. Подробную консультацию можно также получить 12 и 13 декабря. Время задуматься о предстоящем празднике и готовить подарки. Восточный банк в Чебоксарах поможет воплотить самые смелые желания. Он работает с 9 утра и до 7 вечера по адресу проспект Ленина, 51.